Так, вот смотрите, начал я тут строить стеночку из фанеры, видите? Она мне нужна для того, чтобы сформировать фибергласс. Потом я буду вынимать, фанера останется, я ее заклею намертво в фибергласс. А вот рейки вот эти сзади, видите, вот, которыми я сейчас закрепляю ее, их я удалю. Для этой цели я сейчас, когда буду формировать начально фибергласс, места, где есть шурупы, я не буду заклеивать, я их буду пропускать. И тогда я смогу потом, когда все это схватится изначально, выкрутить шурупы, убрать сзади рейки и тогда уже намертво нормально проклеить. Как-то вот такой план. Посмотрим, что из этого выйдет. То есть я буду сейчас листами проклеивать, но не буду трогать эти места. Ну, мне кажется, должно неплохо получиться. Сейчас посмотрим. Ну что, ребят? Вот такая вот масочка, видите, прикольная. Ну что, давайте я вам покажу, что тут получилось. Фух. Ну, в общем, вот так вот. Временно две фанерки дают форму. Сейчас я начну наклеивать стеклоткань. Сначала тонкими полосками какими-то. Потому что я хочу потом открутить бруски, наверное, что сзади стоят. А может и не буду откручивать, может их туда заклею, не знаю, еще подумаю. Они, в принципе, прочность хорошо добавляют, стеночки. Может быть, и заклею их туда. Шурупы просто сточу потом болгаркой торчащие и подклею. Ну, посмотрим. В общем, вот так вот получилось примерно. Видите? Вот. Сейчас начну первоначально заклеивать, чтобы как бы придать форму. Потом буду проклеивать еще изнутри. Ну, то есть это на несколько проходов проклейка будет. Так же, как вот здесь, например, зачистка внизу еще не закончена. Это временная зачистка, она потом будет более производиться. Сейчас просто оно все очень хлипкое. И вот здесь я боюсь зачищать, потому что стенка, видите, очень хлипковата. Ее надо сначала с той стороны проклеить. Поэтому я сейчас, наверное, проклею с этой стороны. Почему с этой? Потому что сегодня у нас дождь обещают. И я бы хотел, чтобы дождь не намочил фанеру, чтобы она осталась сухой. А для этого мне надо ее сегодня снаружи заклеить. И внутри ее уже не намочит. Так что вот такие дела. Такая вот обстановочка в Марине, как всегда, тихо, спокойно. Вот видите, масочка у меня для работы с фибергласом. Сейчас, конечно, клеить буду без маски, она мне просто не нужна при заклейке. Поэтому вот я ее снял и уберу временно в машину. Это 3M-овская маска. Очень удобная, хорошая. На всякий случай готовлю еще один галлон эпоксидки. Потому что я думаю, что того у меня не хватит, который что у меня там осталось. Вот. Так, что у нас сегодня температура? Интересно, какой медленный, быстрый применять отвердитель, я имею в виду. Вот у меня тут сколько осталось в этой канистрочке, видите? Наверное, чуть больше полгаллона. Фух. Так, ну что, какой будем отвердитель применять? Давайте возьму оба, наверное. Вот видите, медленный и быстрый. Быстрого, кстати, у меня больше отвердителя. Так, что мне еще из этого потребуется? Ну, стаканчики для смешивания у меня там новые есть.
ножницы вот мне потребуется резать. Кисточки, стаканчики, это все я сейчас возьму там более свежее. Ладно, буду готовиться к заклейке. Мне там надо еще обклеить, чтобы не наляпать на пол, вот такую вот синюю штуку прилепить на пол. Ну, в целом я пока доволен, как получается. Посмотрим, что дальше будет выходить. Итак, ребят, процесс сам не снимал. Весь был грязный с ног до головы в этой эпоксидке. В общем, вот здесь все проклеено тонкой тканью, вот такой вот обычной тканью. И вот там вот толстым холстом. Видите, как все получилось. А завтра оно все высохнет, уже даст первую жесткость. После этого я залезу, обклею все внутри. И когда внутри обклейка будет завершена, уже все это станет твердое, прочное, отсюда зачистится, где там пропуски или что-то, и будет накладываться еще. В общем, примерно вот так вот. Вот вы можете наблюдать, что уже все-таки это смотрится не дыромахой, как это было, а цельным бортом. Надеюсь, что все это хорошо, красиво высохнет. Сегодня у нас ожидается дождь, поэтому я сворачиваюсь на сегодня. И буду отдыхать уже сегодня. Завтра с утра дождь, то есть до обеда я, наверное, поезжу по магазинам, кое-что мне там надо купить. В банк съездить, деньги снять, чтобы докмастеру заплатить. Такие все вопросы порешаю. А потом приеду сюда и буду уже не такими большими холстами, как здесь. Вот это все я накрыл всего двумя кусками. Здесь всего один стык. То есть это два цельных больших холста. Причем это используется вот такая вот очень мощная ткань. Вот, я не помню, показывал я ее или нет. С одной стороны она как стекломат, с другой вот так по диагонали нити, и все это прошито. Вот видите, как выглядит. Ну, в общем, эпоксидку в этой канистре я практически добил, там осталось вообще чуть-чуть. Ну, у меня еще галлон есть, я думаю, пока хватит, может быть, придется еще один галлон купить. Я, может, даже завтра куплю еще один галлон, чтобы был запас. Чтобы не встать на пол работы при отсутствии эпоксидки. Вот так вот получается. Фанеру, кстати, перед тем, как клеить, пропитал тщательно эпоксидкой, чтобы она в себя больше уже не брала. Ну, то есть, чтобы не всосала в себя клей и не оставила ткань без клея. Это вот я тут застилал, чтобы ничего не капать, не ляпать. Ну, в общем, вот такой вот объем работ выполнен на сегодня. И, как я уже сказал, здесь тоже все проклеено. Но здесь практически не видно, как проклеено. Эта ткань, конечно, пропитывается вообще, как прозрачная становится. Потому что та вот все-таки остается, выглядит вот так примерно. Вот видите вы ее, вот она, эта ткань. Но она прочней, она во много раз больше в себя берет клея, и, соответственно, она прочнее. Это дает более тонкий слой, но прочность уже не та. Ладно, на сегодня будем завершать все это. Убираю инструмент, чтобы он не попал под дождь. Вон у меня тут пока возился один стакан эпоксидки, закипел, встал. Ну ладно, не смертельно.